Открытая трибуна. Как часто вы или ваши дети посещаете аттракционы? Считаете ли их достаточно безопасными? Кто-то попадал в плохие ситуации на аттракционах, а кто-то нет. Я, отвечая на этот вопрос, редко катаюсь. Мне кажется, что просто в Одессе они очень плохого уровня. Мало адреналина они могут подарить человеку. Не так, как, например, в Диснейленде или на настоящих американских горках. Поэтому я не катаюсь на них. У нас в городе, в Харькове, есть новый парк Горького, который полностью обновленный. Там не страшно на аттракционах кататься. А в основном в других парках много аттракционов, которые уже стоят годами, и на них действительно страшно. Больше нигде на других я не катаюсь, потому что очень страшно. Ну, честно говоря, я достаточно редко хожу на такие аттракционы. Максимум, на что я ходил, там, колесо обозрения или что-то такое, на такие более страшные и серьезные, не довелось мы в Одессе, например. Честно говоря, я даже их не так часто возле них прохожу, чтобы оценить их качество, так что не знаю. Ну, я считаю, что тем аттракционам, которые размещены в наших местах в Украине, можно доверять с очень большой опаской, конечно. Потому что если мы посмотрим, что было в Соединенных Штатах Америки, где, казалось бы, такое внимание уделяется безопасности, то были несчастные случаи на аттракционах, то те аттракционы, которые используются у нас, это, как правило, далеко не новые аттракционы. Может быть, у них есть какие-то документы, но я считаю, документы на право эксплуатации. Но я считаю, что те аттракционы, которые у нас используются, я бы своего ребенка, честно говоря, туда не повел. Не очень часто, но за лето, наверное, раз пять точно. Ну, потому что это весело, интересно. А насколько это безопасно? Я думаю, что если там проводятся какие-то технические осмотры, если есть люди, которые отвечают за безопасность, то я думаю, что все в порядке. Если говорить с моим младшим внуком, то иногда посещаю такие вещи, потому что самому мне уже в моем возрасте сесть на эти страшные аттракционы уже проблематично. Ведь есть такие аттракционы, что просто удивляешься, как люди живые оттуда выходят. На моей жизни вот много было и гастрольных аттракционов, которые привозили из Чехословакии, там, из Венгрии, из других стран. Но сейчас это стало бизнесом и, может быть, не всегда подконтрольным, потому что безопасность должна быть все-таки на первом месте. Я думаю, что в этом направлении есть что делать. Аттракционы посещаем редко. Честно говоря, вот даже вот этим летом не были ни разу. В силу, наверное, того, что не доверяем безопасность аттракционов, знаю по себе, каталась не единожды, и достаточно, мне кажется, у нас бывало часто такое, что и мужа моего забывали прикреплять, и мне кажется, безопасность у нас на очень низком уровне. Аттракционы нет, наверное, не посещаю, очень редко посещаю. И что касается исправности или неисправности, конечно, хотелось бы, чтобы наши лунопарки или аттракционы проходили какую-то сертификацию. Или чтобы люди, которые обслуживали эти аттракционы, имели не только опыт, что они что-то такое похожее чинили, а, наверное, еще какое-то соответствующее разрешение, образование. Ну, та же сертификация. Поэтому считаю ли я их безопасными? Может быть, это клише. Я не уверена. Открытая трибуна.